Масштабний автопробіг «За мир» відбувся в Одесі. Його організували прихильники опозиційної платформи «За життя». На такий спосіб показали, що підтримують партію, попри брудну агітацію, яку проводять політичні опоненти. Під час заходу понад 100 автівок вирушило містом до будинку профспілок. Біля нього учасники поклали квіти в пам'ять про загиблих. Нагадаю, 2 травня 2014 року внаслідок пожежі там загинули десятки людей. Винних у трагедії досі не знайшли. Учасники акції засудили насильницькі дії щодо активістів. Ми бачимо і чуємо, яка підтримка одеситів, масова підтримка. Люди підходять на вулицях і висказують теплые слова. Это очень важно, очень нужно, и это заряжает энергией. Почему мы приехали сюда? Этой трагедии уже более 5 лет. И вся наша команда и наши лидеры, Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Сергей Левочкин, вся наша одесская команда, мы неоднократно говорили, что мы будем требовать расследования всех резонансных преступлений последних 5 лет. И пока эти события не будут расследованы, пока виновные будут наказаны, говорить о какой-то европейскости и какой-то цивилизованности нашей страны нельзя. Во время движения люди выказывали нам свою поддержку и показывали единую нашу позицию о том, что единственная оппозиция в данный момент представлена именно в виде политической партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Реально нам не дают на данный момент площадки под наши бигборды. Ведется огромное количество бордов, которые направлены на антиагитацию нас со стороны местной власти, проводятся всевозможные пиар-акции и провокации.